Ульяновске подвели итоги реализации плана первоочередных действий в экономике региона за первый квартал текущего года. Расширенное совещание с участием глав муниципальных образований, представителей научного, экспертного и бизнес-сообществ прошло под руководством губернатора Сергея Морозова. Данный план направлен в первую очередь на обеспечение устойчивого социально-экономического развития приоритетных отраслей экономики. Последние годы, начиная практически с международного финансового и потом экономического кризиса, мы стали систематически пользоваться таким вот подходом. И, на мой взгляд, мы оказались совершенно правы, потому что это давало нам возможность не только очень глубоко проанализировать ситуацию, очень критично посмотреть на каждое действие или даже бездействие по тем или иным направлениям, и что нам давало это действие в обозримом будущем. Именно тогда у нас с вами стали вырисовываться общие контуры будущего Ульяновской области. План включает в себя 81 мероприятие, разделенных на 4 блока. Меры направлены на стабилизацию экономической ситуации, на поддержку системообразующих предприятий, увеличение доходов консолидированного бюджета, а также меры по оптимизации бюджетных расходов. Результаты мониторинга плана 10 за январь-март 2017 года показывают, что в основном реализация мероприятий осуществляется в плановом режиме без допущения существенных отклонений от контрольных сроков. Эксперты отмечают, что документ носит не столько антикризисный характер, сколько направлен на развитие конкурентных преимуществ региона, на стимулирование и поиск дополнительных драйверов роста. Первый квартал нам показал, что мы имеем порядка 12% роста индекса промышленного производства, что, в общем-то говоря, говорит о том, что мы движемся в рамках вот этого плана, и у нас есть определенные результаты. Если подобная динамика сохранится, то я думаю, что в целом региональная экономика получит темпы роста больше, чем в среднем по России по итогам 2017 года. Ульяновский автомобильный завод, например, в последние годы активно реализует программы по повышению качества и эффективности производства. Данные программы позволяют нам держаться на рынке, смотреть уверенно вперед. Тем самым мы первый квартал отработали неплохо, я считаю. Показатель порядка 119% к первому кварталу 2016 года. На этом останавливаться мы не будем. К сожалению, рынок нестабильный, вы об этом все знаете. Второй квартал, надеюсь, нам пройти так же, как и 2016 год. Программа до конца года, пока у нас прогнозируется тоже на уровне 2016 года, мы надеемся ее увеличить. Кстати, по значению индекса промышленного производства Ульяновская область занимает второе место в Приволжском федеральном округе, уступая лишь Мордовии.